Есения занимается в образцовом коллективе театра народной песни «Теремок» с 3 лет. Больше всего ей нравится петь и танцевать. На концерте «Околица собирает друзей» юная исполнительница будет выступать перед зрителями уже не в первый раз. И я много выступала, и мне нравится ходить в теремок. И еще я играю на ложках. В программе «Русские народные песни и танцы» выступления вокально-хореографических коллективов со всего округа, как всегда, радуют зрителей своими исполнениями и яркими нарядами. Сегодня к нам приехали народный коллектив Московской области, ансамбль народной песни «Заряночка» под руководством Сергея Петрова. Сегодня будут выступать наши замечательные дети, образцовый коллектив театр народной песни «Теремок». Широта русской души и традиции народа – именно этой многогранностью в своих песнях участники хора «Околица» всегда хотят делиться со зрителями. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».